твои видео и посмотри, где там говорила про землетрясение. Вам здесь не арбитражный, не арбитражный суд. Понятно? Вы не делайте из моего искусства арбитражный суд. Совершенно динамика холокоста моей жизни, в связи с которой родилась эта техника. Соображение, что вы захватите якобы изновидение землетрясения еще чего-то такого, поставив меня на колени, сертифицированные условия бездомности, надрыва, психиатрии, значит, еще каких-то клюков, денег и тюремного, блядь, грязного отношения ко мне. Циркулировать болезнью мужа и так далее. Не нахуй вам публиковать. Публикаты сейчас идут вследствие именно его болезни. Так как когда я не публикую, они врешь, они замещают нанизанные образы, вот это кричало на дороге. Мы действительно высококачественные, шикарные элевативные видео. Так как в дороге я вынуждена посылать.